Хочется окунуться в мир Звездных войн во времена войн-клонов, но нынешние сервера наскучили. Добро пожаловать на сервер Dawn of the Republic, где вы познакомитесь с геймплеем через новейших NPC, которые смогут погрузить вас в будни сервера. Нестандартные подразделения, включая и нетипичные БСО, с отзывчивым комьюнити, с которым вы сможете расслабиться после учебы или работы. Множество глобальных ивентов, которые не дадут вам заскучать. Ну а если вам наскучили клоны, то вы можете стать джедаем и познать все тонкости светлой стороны. Или же станьте серым джедаем и боритесь против системы. А может, вы хотите поиграть в плохиша? Тогда становитесь наемником и заключайте контракты не по чести, а по выгоде. Жду тебя на сервере. Огромная благодарность АФК Films за предоставленную анимационную работу. Ссылки на автора оригинала в описании. Подписывайтесь и передавайте от нас привет. Тантив 4. Сэр. Сэр. Это случайно там не Гоша стоит? Бля, Буду, это точно Гоша. Да, это точно Гоша. О, ты тоже так думаешь? Мы выглядим одинаково, придурок. Я тебя узнаю только потому, что ты все время пиздишь. Ебучая бомб-крыса! Простите, сэр, но у Гоши есть определенная потертость на передке шлема, которую он получил, уебавшись на первой звезде смерти. Гоша! Гоша! Да встаньте, сука, ровно! Простите, сэр. Хватит называть меня сэр! Ну, вы же теперь сержант, сэр. И я должен... Я был сержантом со дня нашей встречи. Чё? Ну, ты же выполняешь ту же работу, что и я. Да ты охранял туалет. Это долгая история. Ну, а мы-то никуда и не спешим. Которую я не буду с тобой обсуждать. Не собираешься обсуждать? Пока. Я имею в виду, что ты бы мог сбросить этот груз со своей души. Ставлю свои труханы, что все дерьмовые задания у тебя пошли после нашей встречи. Что-то, что я не хочу вспоминать. Все началось, когда мы чилили в комнате отдыха на опустошителе. Так, я мьючу твой голос. Я это твой штурмовик имеет лицо, как у мопса? Их слишком много. Думаю, разработчикам стоит переделать эту игру. Эй, бро! А, это ты? Все нормал, да? Да пока натягивал свою броню, что-то громко треснуло в спине. Это, блядь, меня убивает. Оу, я у малыша увидел, что делать. Короче, слушай, просто выгни спину, как Асока Тана в купальнике, и дотянись до небес. Ясненько? Как же хочется тяночку. Я не буду этого делать. Да ладно тебе, что ты теряешь? Мое достоинство. Бро, моя девушка, Пежу Массив. Разбирается в таких вещах. Ничего не случится, если попробуешь. Ну да. Давай, вот так. Давай же. Мне нужны добровольцы для весьма опасной миссии. Дерьмо. Всем солдатам приготовиться к штурму. Ну слушай, это альдоранский дипломатический корабль. Что они нам сделают? Скорее всего, они нас просто угостят чаем с печеньками. Как же я тебя сейчас ненавижу. Да ладно. Я понятия не имею, за что мне такие, сука, страдания в виде тебя. Но если есть за что, то прошу прощения. Да, я знаю, что накосячил. Мы там сохнем, ты это понимаешь? Попытайся словить позитивную энергию. Мы идем в натуральную мясорубку, трепло ты ебучее. Эй, этот мудак хочет с тобой поменяться. Чего? Ты хочешь украсть момент моей славы? Лишить меня великого шанса быть одним из первых, кто лицезреет страх и ужас в глазах повстанческих отродий? Лишить меня великого блаженства в первых рядах созерцать и ощущать всеми фибрами души восхитительный букет из пота, жгучего озона и мочи, проникающий через фильтры моего шлема? Нет, сэр, никогда! Пожалуй, ты прав. Верно, сучка. Оу, как там твоя спина? Серьезно? Сейчас? Я лишь хотел узнать, помог ли мы тебе. Мы скоро сдохнем из-за твоей охуенной помощи. Да, ты прав. Мне жаль. Мне действительно жаль, что я втянул вас в это дерьмо. Но если нам суждено умереть, то было бы легче, осознавая, что я каким-то образом помог тебе. Потому что вся эта тема со штурмовиками действительно пугает. И ты единственный, кто по-настоящему общался со мной. Ты для меня пример, и я просто надеялся, что, возможно, мы могли бы стать друзьями.
срочно передам своей девушке, что работает. Медленные группы на исходе. Готовность 20 секунд. О, да, да, да! Ну же, открывайте! Идите к папочке! Да не верю! Ай, бля! Сука, как же страшно! Ой, бля, извини, извини! Ну ладно. Блин, я жив. Я жив, блин. Ух, братан, мы выжили. Братан? Нет, братан! Братан, поговори со мной. Пожалуйста, не умирай. Это я виноват, прости. Нет, они убили его. Вы убили его, вы сукины дети. Почему наша история всегда такая трагическая? Слава яйцам, ты жив. Никогда больше так не делай. И куда тебя ранили, а то не вижу. Я не ранен. А? Спине пиздец. Не могу пошевелиться. Твоя спина? Позвоночник лопнул, как гунганская граната. Братан, но тут небезопасно оставаться. Что конкретно ты, сука, не понял во фразе «не могу пошевелиться»? Ну, ладно, тогда я просто отнесу тебя обратно в опустошитель. Сейчас мы поднимем тебя на ноги. Аккуратнее, аккуратнее. А ты уверен, что дело в спине? А то ты дышишь как-то крипово. Это не я. Вот срань. Да это ж босс. Что будем делать? Положи меня на землю, долбай. Ай, блядь, я под образ. Русский язык дублировали. Василий Дубинич, Айнур... Бля, ты в это реально поверил? Чего? Нормально я тебя поднимал. Ага, да. Капец, конечно. Знаешь, Зет, был лучше. Ага, как будто ты его видел. Все и так понятно. Блин, чел, ну надо все смотреть. Кто твой папочка? Все нормально, мы в порядке. Он просто подписался на канал Will Studio. Подписался же? Спасибо за просмотр, и да пребудет с вами сила. Я имею в виду, чтобы ты мог сбросить груз, подрочить хуй, блять, что ты не сможешь заебать. Оу, я у малыша видел, что делать. Короче, слушай, просто выгни, блять, куда нахуй вытягни? Мы идем в натуральную мясорубку, трепоты, пах! Эй! Блядь. Эй, этот мудак хочет с тобой... Блядь. Эй, этот мудак хочет с тобой поменяться! Ебать экспрессивно! Язык в жопу засунул, начал вот так разговаривать! Я негр.